Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец выиграл серебро на первенстве России по академической гребле. Бронзовую медаль привез с первенства страны горный велогонщик Никита Щербунь. Братья Самохваловы финишировали вторыми на чемпионате России по велоспорту. Самарские армейцы Антон и Дмитрий Самохваловы стали серебряными призерами чемпионата России на шоссе в парной гонке. Дистанция 50 километров. Время преодоления самарской трассы 1 час 2 минуты и 24 секунды. Отставание от лидеров москвичей Никиты Разумова и Андрея Сазанова составило 8 секунд. Бронза у Владислава Дуюнова и Павла Сайко из Москвы. Никита Щербунь показал третий результат на третьем этапе горного тура первенства России в Ульяновске. Первое место на дистанции 122 километра занял велогонщик из Санкт-Петербурга Константин Некрасов. Второй у спортсмена из Удмуртии Григория Федотова. Самарец за 40 километров до финиша решил атаковать пелотон и ушел в отрыв, но на последнюю двадцатку сил не хватило. В итоге бронзовая медаль в наградной копилке. Мастер спорта по академической гребле Антон Куранов занял второе место на первенстве страны. В Казани 2 километра он прошел за 7 минут и 4 секунды, отстав от чемпиона на 1 секунду. Гонку выиграл москвич Юрий Леснов. Бронзовая медаль у астраханца Василия Крутова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.